Такой звездный, звездный цирик очень интересный. Так пойдет? Я думаю, да. Ну давай, начинаем. Еще. Опа, и нету их просто. Еще. Ладно. Слетело. Но, скорее всего, оно зацепилось за что-то. Она же не до конца уехала отсюда. Да, я думаю, что наравне с BMW, наверное, около полутора. Наравне, около полутора сантиметров, наверное, до нижней точки. Я думаю, что это заслуживает аплодисментов, на самом деле. Люди ездят так каждый день на их машинах. Так, еще один цивик, который, кстати, назад, не вперед. Который взял лучше назвал. Нет? Можешь поспать. Давай. Так. Довольно радикальная, на самом деле, машина. О, да, развалом. Он взял лучший развал. Минус 19 градусов. Минус 19. Но, к сожалению, не задел, да? Я вообще даже не двинулась. Но если так смотреть, но там высоко. Очень хороший развал, на самом деле, но там высоко. Ну, пришлось чем-то пожертвовать. Ну, конечно, да. Но, с другой стороны, может, это и не жертва. Может быть, это плюс? Может быть. Но колеса в минус. У нас проблемы с Лексусом. А что с ним? Посмотрите на переднее левое колесо. Травит. Хоть где-то воздух. Готов? Только как он выйдет оттуда, непонятно. Вот об этом и разговор. Занимайся. Ты готов? Погнали. А, то есть Lexus мы оставим на последок, да? Прямо на самый-самый, чтобы в кашу. Чтобы просто за него кто-то кричал там, я слышал. Давайте поаплодируем ребятам. Вот он выезжает, давайте его просто поаплодируем. Вот это очень необычная платформа. Очень-очень необычная платформа, он вроде среде. Да. И очень высокая. Но зато она красивая и стильная. Красивая и очень стильная, согласен. Но, к сожалению, все доски остались на месте, поэтому можно прям на прямых колесах обратно. Главное, на доски не наесть. Но здесь, наверное, но здесь прям видно, что довольно высоко. Хотя губа у тебя очень низко висит, считаю. Так, потом... следующий форс. Семейный такой автомобиль. Универсалы все семейные. Лучший кузов для Беларуси. Кому, как не тебе, об этом ну, говорить. Да, чтобы картошечку там возить, лучок. Бабушке съездить в деревню. Ну. Ладно, задел. А давай задел. Назад теперь попробуем. Проверим. Только не со мной вместе. За секунду. Давай. Надо было посадить побольше людей в машину. Можно? Вот так можно? Можно, конечно, я думаю. Ты не воспользовался читерским способом. Оп, и нету их. Задел. Ну, занимает. Да, ну то есть получается, у нас пока три машины, которые имеют расстояние от нижней точки до асфальта меньше 2.5 сантиметра. Нет, меньше двух досок. Меньше двух досок. Мы померяем хорошо в этом доске. Две досочки у нас. Ты готов? Тут пища. Е-36. Давай, я отойду. Я хочу по центру поставить. Отлично, поехали. Рычаги у вас самые низкие точки. Не рычаги там самые низкие. Он говорит, что надо подвинуть. Подвинем? Там лонжероны самые низкие точки. Двигаем? Они чуть-чуть правее. Я говорю, подвинуть? Да, можешь подвинуть. Поехали. Но там не будет 20 сантиметра. Не будет. Три. Можешь прям вот стоп и прям назад. Потому что доски остались на месте.
3 сантиметра? Ну, видишь, у нас, к сожалению, измерительный прибор только на 2,5 рассчитан. Какие у нас каркас-хар. Максимально... Похлопайте, ребята. Несмотря ни на что, 3 сантиметра до земли – это довольно мало. Ну что? Я видел такую только одну машину уже в проекте. И вот она. Нет, не здесь, это вторая. А где первая? В Питере. Ты смотри за ходом. Прощение. Я вижу доски. Я тоже вижу доски. Даже через колеса увидели. Ты уже проехал. Давай назад. Вот смотри, еще. И стоп. Стой. А теперь заглядывай по днище. Заглядывай. Их прям видно. Смотри, можно с собой забрать. Не расстраивайся. Зато у тебя второй по ширине проект. Так, ну что, готовы? Еще один цивик. Которых больше всего, вот 3 цивика сейчас сражаются. Поехали. И пока, по-моему, только один остался. Оп. Нет, все осталось. Нет. Все 3 остались, да. Там я могу подвинуть. Давай подвинем. Стой. Все, я подвинул. Все видели? Все, чтобы поехали. Чтобы никаких претензий не было. Да, чтобы никаких все проблем. Все по-честному. Все как подвинулось, так и осталось на месте. Ну, собственно, да. Итак, из Франции с любовью. Готов. Из Парижа с любовью. Зато у тебя из-за дождя капот станет еще ржавее. Все, как ты хотел. Еще более стильно будет. Крути. Так, ну губа, конечно, ниже всего. Губой задел. Ну, естественно. А сейчас мы задом попробуем померить. Так, стой. А теперь назад. Надо до губы остановиться, я думаю. Я думаю, что нужно до губы, чтобы было понятно. То есть доехать передними колесами. Там ничего не видно. Еще. Где-то вот здесь они были. Еще. Я думаю, все. Стоп. И вперед проехать. Не, даже не надо вперед. Ну-ка еще назад. Стоп! Все видят? Остались на месте. Они стоят на месте. Ну вот. Стоят. Ну что, я думаю, что... У нас... 3. А, у нас еще белый Lexus остался. Белый Lexus. Да он так и ездит, без компрессора. Тут какие-то манипуляции производятся да, с машиной. Да. По пути стерлись колеса немножко. Так, а у нас сейчас есть, получается, 3 потенциальных, да, победителя? BMW E46. Civic. И... Но колеса все-таки у тебя поворачиваются, да? Смотри, как опаска. Ну, еще, наверное, в другую сторону. Может, они только влево, как на скале поворачиваются. Нет, смотри, все повернулось. Вот вправо поворачивается. Так, ну скажите, он правда низкий, да? То есть, ну, BMW в этом плане, конечно, очень... Так, Lexus подготовили очень быстро, да. Там же, как во всех японцах, клемму скинул, накинул, а шинка пропала. И быстрее, едем 30 секунд. Нету их. Считается, когда колесо делает и забежает клиренс, оно съело все. А, нет, не съело. А вот и нифига. Может, его сюда надо выгнать? Оно не выгонится опять. Да, чуть-чуть вправо. Потому что он даже не доехал до середины. Нет, дальше, Коля, дальше, да. Ой-ой-ой, я думаю, что здесь заслуживает аплодисментов. Воу!
Так. Вот вопрос, стоп. Чё это? Одна, три. Все три. А мы сейчас посмотрим назад, он уже включил передачу. Он готов. Так, ну давай, пока твое колесо еще. Послушайте эти звуки. Живет. Так, тихо. Он украл доски. Все доски. По-моему, это заслужено. Мне кажется, ниже нету. Статичная машина, она была еще ниже. Но так получилось, что чуть-чуть пришлось поднять. То есть она действительно прям очень низко. Ты ездишь очень низко, да? У нас заслуженная награда от наших спонсоров Лейка. Тут как раз таки футболочка с винтами. Лейка рулит, грабли. Давайте аплодисменты победителю. Не зря строил машину. Да, не зря, чтобы ехать до Минска и не стереть ее, пришлось немного задрать жопу, так что... Спасибо, давайте аплодисменты. Всех проводим аплодисментами, всем спасибо. А следующая у нас есть еще номинация на лучшую пневму. У кого красивая танцующая пневма, кто может красиво поиграть пневмой вверх, вниз, влево, вправо, обязательно подъезжайте сюда, потому что это следующая номинация наша. Больше шума, дайте, пожалуйста. Больше шума. Парни заслужили, мне кажется. Вы же приехали посмотреть на низкие машины. Вот перед вами лучшие практически из представленных на данном фестивале. И даже самое лучшее. Да, проводим их аплодисментами и ждем ребят с лучшей пневмой сюда, поближе к сцене. Кто готов продемонстрировать, как его машина может буквально с пару кнопочек делать движение вверх, вниз, слева, вправо и так далее. Волны пускать и все остальное. Я думаю, Е46 BMW далеко тебе не нужно отъезжать. Ждем ребят с пневмой сюда поближе к сцене. Давайте, мы ждем вас. Дадим жару, несмотря на эту погоду мокрую. Тук-тук-тук. Так, ребята, у нас еще одно объявление небольшое. Ребята здесь на парковке потеряли кошелек прямоугольный, кожаный. Внутри документы на машину, паспорт. Audio Jungle.